как активировать инженерное меню на Audi A6 со шестом кузове. У меня 2008 года, то есть до рестайлинг. Там на рестайлингу версия чуть-чуть отличается. Ну, я вам расскажу, как на дорестайлинговую версию активировать инженерное меню. У меня сейчас она активирована. В принципе, инженерное меню как проверяется, активировано или нет. То есть нажимаем Setup, Car и ждем. Вот, она-то у меня активирована. Вот. Покажу, как это на самом деле делается. Заходите через ВЦДС диагностику. Делаем выбор блока управления, допустим. Вот. На рестайлинговой версии это блок 5F. А так как у меня дорестайлинговая версия, надо нам зайти 0.7. Вот. 0.7 заходим. Делаем адаптацию. Вот. В принципе, здесь можно отсюда выбрать. А можно ввести вот сюда. По-моему, если не ошибаюсь, 0.8 был. Да. Вот. Сервисное меню. У меня вот значение стоит 1. А здесь как бы такой сервисный как бы помощник. Сервисное меню показывает, что, допустим, при значении 0 это неактивированная версия. То есть неактивированная, если 0 стоит. Вот. А чтобы активировать, делайте новое значение 1. То есть у вас здесь будет сохранение значения 0. А вы делаете новое значение. Тестировать. После этого сохранить. Вот. Делаем выход. Делаем выход. Выход. Все. И у вас заработает инженерное меню. А в следующем видео я запишу, как активировать AUX через инженерное меню. Спасибо за просмотр.